Здравствуйте, уважаемые друзья. Набережная Днепр. На прошлой неделе я снимал видео. Тюльпанчики уже так отходят по чуть-чуть, но все равно еще дарят нам свою красоту и ароматы. Очень красивые. Пройдусь по дорожке. Такое чувство вообще. Друзья, запахи класс. Передать не могу. Очень красиво. Детки бегают, все фотографируются, все улыбаются, несмотря ни на что. Настроение прекрасное. Я приехал сюда, у меня такое было, немножко настроение там испортили. Я приехал сюда, друзья, и настроение улучшилось. Взглянул на такую красоту, подышал Днепром могучим. И настроение улучшилось, друзья. Уже отходят тюльпанчики. Я думал, они уже отошли. Но уже кое-где нет головок. Сейчас пройдусь дальше. Ели такие шикарные. Да, они еще, наверное, недельку порадуют, и все. Такая красота, ели такие. Шишечки. Со всех сторон эти тюльпанчики. Бабочки летают, пчелки трудятся. Очень красиво, друзья. Красота. Сегодня такая жара вообще, 30 градусов в тени. Это было в 2 часа дня. Я утром как оделся на работу. Ну, мы не знали, до скольки мы работаем. Я так оделся, ну, не планировал сегодня никуда ехать. И возможности не было уже переодеться. Одет так, довольно-таки жарковато мне. Не ту футболку одел, а... Снять футболку не очень буду достойно выглядеть, будем так говорить. Ой, тут вообще красота. Спасибо матушке природе, что она нам дарит эти замечательные мгновения, замечательные красивые цветы, тюльпаны. Кое-где уже, да, он одни головки поставил. Ну, даже уже и головок нет. Очень красиво. Быть может, мое простое видео, друзья, кому-то чуть-чуть приподнимет настроение и подарит хоть какую-то положительную эмоцию. На это, на все я, в принципе, и нацелен. Дарить вам позитивы, хорошие, приятные эмоции. В такое, друзья, непростое время. Ух, какой... как они пахнут, а? Какой тюльпан красивый. Обалдеть. Не хочу мешать, люди фоткаются. В общем, друзья, всем хорошей субботы. Всем хорошего настроения. Будьте здоровы, берегите себя.